снова вызвали в прокуратуру Сенжирейского района. Учреждение все еще намерено предъявить обвинение председателю ПАЧИ Георгию Ковкалюку по делу о зеленке. Ранее он говорил, что не явится в прокуратуру, поскольку это политическое дело. На тот момент он как раз зарегистрировался для участия в предвыборной гонке. Затем Ковкалюк уточнил в Facebook, что все же предстанет перед правоохранителями, но после выборов. По словам пресс-секретаря генпрокуратуры Марии Виеру, председатель ПАЧИ больше не может пользоваться гарантиями кодекса о выборах, поэтому 16 июля его снова ждут в прокуратуре Сенжирейского района. Сам же Ковкалюк заявляет, что в этом ведомстве игнорируют все его ходатайства и его адвоката и продолжают злоупотребление и беззаконие в интересах правящих политиков. Лидер ПАЧИ также отметил, что руководство учреждения игнорирует все представленные аргументы и повторное заявление об отводе прокурора по делу, продолжая расследование. 6 апреля несколько членов партии «Строим Европу дома» облили зеленкой вице-председателя Сенжирейского района Тудора Тутунару. После инцидента бывший замглавы ГИБ заявил, что они действовали осознанно и прибегли к таким мерам, поскольку чиновник вакцинировался от COVID-19 вне очереди. Ковкалюку грозит штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.